Всем привет, друзья, с вами я, Конор2001, и это 56-й выпуск моего города в Майнкрафте. В общем, друзья, пролетая мимо больницы, в общем, мимо той больницы, которая вот здесь, вот, я почувствовал, что чего-то не хватает, в общем. И, естественно, не хватало лишь роддома. Так вот, друзья, вот он, роддом у нас, тем более стену порвало, в общем. Вот так уж получилось, что стену порвало к чертям. Есть еще одно изменение в том, что я, в общем, переименовала Яковлевскую городскую больницу на городскую клиническую больницу номер один. Поскольку еще больницы будут? Ну, возможно, вас можно будет переименовать в областную больницу. Короче, вот проходим. Просто даже со стороны КБП, вот. И со стороны КБП рядом с гаражами, рядом с этим гаражем, с станцией скорой помощи, то есть здесь у нас машины стоят, в общем, здесь находится вот дом. Здесь вот регистратура такая вот маленькая, скромная. И на первом этаже здесь у нас как бы столовые такие. Здесь как бы свои матери кормят своих новорожденных. Говорит, как я не буду, это очень стрёмно. И меня могут поймать на бабки. На деньги могут поймать полицейские, если меня услышат. Дальше у нас лифт такой вот специальный. Можно через лестницу подняться, а можно через лифт. Но на втором этаже палаты. Такие палаты. И они все одинаковые. Да, и есть выход на... Ну, тут ничего особенного. Такая будка. Здесь как бы включение-выключение. Как бы электричество здесь. Летим дальше. У нас еще обновление у нас есть. Ну и следующее обновление у нас интернет-кафе под названием Пиксель. Ну, вот такой вот, такая вот раскраска такая вот. То есть зеленая, красная, синяя, белая. Квадцевые ступеньки, ну и красные полосы. Интернет-кафе Пиксель, вот так вот называется. Интернет-кафе. Здесь у нас, как разумеется, здесь есть компьютеры. Вот они. Вот компьютеры здесь у нас. Тут, естественно, есть полочки с едой. Можно перекусить, можно кофейку попить. Другой напиток. Короче, интернет-кафе место, где можно сделать какое дело, не доделать в соцсети, поиграть в какую-нибудь игрушку с другом. Ну и у нас как бы кассир, здесь мы оплачиваем за определенное время посиделок. Ну и все. Вот интернет-кафе. Вот такой вот кафе получилось, в общем. И вот здесь, я планировал здесь вот построить как уже, так сказать, уже. Ну, в общем, я собирался построить ферму, но заметил, что здесь часть домов, этих домиков без дерева, без дверей, так что подумал, что уже это как заброшено уже. Что как бы заброшено уже, и все, что целое осталось, это уже колодец и сама ферма такая вот. Ну, будет пшеница выращивать, морковь, капуста, морковь, картошка, редис. Ну, точнее, не редиска, а свекла. Возможно, будет следующий выпуск про ферму. Мельница будет здесь.
Но есть еще одно дополнение. Это уже то, что я уже достраиваю метро. В общем, первую линию метро, в общем, которая уходом уже ведется уже строительство. Тем более, в общем, открыта станция метро Робинская. Вот здесь вот. И достраивается уже эта линия. И, в общем, открыта еще одна станция метро, называется Институт имени Романа Калинина. Но я планирую как бы назвать его как Политехнический институт, в общем, имени Романа Калинина. Ну или проще сказать политехнику. Типа технический институт или политехнический, но вопрос остается вопросом. Короче, друзья, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать мне комментарии. И всем пока. Казалось бы, что это такое? Это дверь, надо. Снег. Ну, ничего, не растает.